Постой. Сирана? Это и вправду ты? Глазам своим не верю. Мой лорд, друзья, Сирана вернулась. Похоже, меня ждали. Поверить не могу. Моя давно пропавшая дочь наконец вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Неужели обязательно произносить это вслух? Ах, если бы только твоя предательница-мать была здесь. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение, прежде чем встеть ее голову на пику. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Спаситель. Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Прими мою благодарность за возвращение моей дочери. Скажи мне, как твое имя? Я Харкон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Не просто вампиры. Сотни лет мы жили здесь вдали от тягот этого мира. Тебе посчастливилось оказать мне великую услугу. И я должен наградить тебя. Я предлагаю тебе мою кровь. Тогда ты станешь добычей. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Узри мою силу! А теперь делай свой выбор. Да будет так. Ты наша добыча, как и все смертные. Я тебя изгоняю! Вряд ли у вампиров хватит дури напасть на нас. А? Теперь, когда Стража Рассвета воссоздана, тирании вампиров придет конец. Смотри, надо было мне сразу понять, что рано или поздно они нас найдут. Такова плата за широкое привлечение новых рекрутов. Придется усилить оборону.
Полагаю, у тебя не самые лучшие новости. Конечно, с чего бы иначе? Выкладывай, что тебе известно. Женщину? Запертую? Что за чушь? Кто она такая? И главное, где она? И благодаря тебе она теперь у них. Что у них есть? И тебе не удалось ничего сделать? Не удалось добыть свиток? Итак, у них все, что они хотели, а мы остались с носом. Клянусь всеми богами, хуже стать уже не может. Это нам с тобой не по зубам. Не помню, чтоб я такое говорил. Нам просто нужна помощь. Если им хватило смелости напасть на нас здесь, все может быть хуже, чем я думал. Здесь достойные люди, но... Есть кое-кто, с кем я давно знаком и вместе работал. Нам потребуются их таланты и умения, если мы хотим выжить. Если ты сможешь их найти, у нас появится шанс. Сразу к делу, да. Это мне нравится. Не то, что эти глупцы из Ордена. Нужно ограничить численность. Слишком большая группа привлечет нежелательное внимание. Думаю, нам нужна Сарин Журар. Бретонка, необычайно умна и искусна в механике. Обожает все двемерское, в частности, оружие. Последнее, что я слышал, она была где-то в пределе. И вроде как она была в шаге от открытия каких-то гигантских двемерских руин. Возможно, придется ее уговаривать, но она нам нужна. Заодно поищи Гунмара. Здоровый такой Норд. Вампиров ненавидит не меньше, чем я. Давно еще вбил себе в голову, что опыт в обращении со зверями ему пригодится. Как говорят, лихо управляется с троллями. Последнее, что я слышал, он бродит по Скайриму и пытается приручать новых зверей. Приведи сюда обоих, и можно начинать разработку плана. Кому-то надо было заниматься вампирами, охотиться на них, изгонять, уничтожать. Когда-то давно была группа, посвятившая себя этому делу. Они назывались «Стражи Рассвета». Давно это было, но дело было достойное, поэтому я хочу возродить стражу. Последнее нападение лишь подтверждает самое время. Разве не очевидно? Они слишком слабы, большинство из них совершенно не готовы к реальной борьбе. А надо мной еще смеялись, когда я говорил, что нужно быть готовыми ко всему. Говорили, мол, в крайности ударяюсь. Но им это на пользу не пошло, не так ли? Не забывай об осторожности. Будь начеку, тут бродит дикий медведь. Эй ты, стой где стоишь.
Я 2 недели этого проклятого медведя выслеживаю. И не допущу, чтобы ему досталась новая жертва. Израну? Чья-то помощь? Вот уж не думал, что услышу такие слова. Боюсь я... Он опоздал на 10 лет. Мне уже не до того. У меня другие дела. Да и вообще, он в одиночку со всем справится. Он сам меня в этом уверял. В чем ему может понадобиться моя помощь? Вампиров? Это, возможно, многое меняет. Расскажи мне о том, что происходит. Клянусь 8-ми. Ладно, слушай, я подумаю. Но нельзя позволить этому медведю и дальше губить невинных людей. Как с медведем закончу, выясню, чего от меня хочет Изран. Чудовищем меньше. Знаю даже, справился бы я один или нет. Благодарю тебя. Чтобы отплатить тебе за помощь, я могу как минимум выяснить, что нужно Израну. Полагаю, он все еще в форте около сигнальной башни Стендара? Ну, разумеется. Он уже не первый год этим фортом занимается. Никого больше не впускает. Живет в своей маленькой крепости. Ладно, пора выяснить, что он там делал все это время. Да, мы встретимся. Увидимся в форте Стражи Рассвета. Так, один последний гироскоп, и можно будет возвращаться к работе. Где же они? Тебе не попадался полный мешок 2 мирских гироскопов? Честное слово, вот прямо тут оставила. Может, его крабы утащили? Я одного тут видела вчера.
Не удивлюсь, если он за мной сюда приполз. Поищи тут вокруг, ладно? Изран? Меня? Ну нет, тут явно какая-то ошибка. В нашем последнем разговоре он исключительно ясно дал понять, что в моей помощи совершенно не нуждается. С трудом верится, что он передумал. Перед моим уходом он наговорил мне кучу обидных слов. Так или иначе, мои нынешние занятия меня более чем устраивают. Поэтому, если это все... Именно так. Мне казалось, я вполне ясно выразилась. Слушай, что тебе от меня нужно? Вампиры? Серьезно? Ха, я полагаю, теперь он припоминает, что я в свое время представила как минимум 3 различных сценария, как вампиры могут расправиться с местным населением. Так, ну и что они натворили сейчас? Я вот этого, по правде говоря, и предположить не могла. Интересно. Не знаю, что они собираются с ним делать, но тут Изран прав. Ничего хорошего от них ожидать нельзя. Ладно. Как минимум, не помешает выяснить, что там происходит, хотя бы из соображений самозащиты. Но я не могу просто так бросить то, над чем тут работаю. Результаты слишком важны. Мне нужен хотя бы 1-2 мерзкий гироскоп в рабочем состоянии. Так что мне нужен или кошель, который утащили грязевые крабы, или просто гироскоп, неважно откуда. У тебя случайно нет гироскопа? Прости, но мне нужен хотя бы 1 гироскоп, иначе я и пальцем не пошевелю. Я все понимаю, но я не могу уйти отсюда без хотя бы 1 образчика двемерского устройства в рабочем состоянии. Думаю, хватит 1 гироскопа. Поверь мне, это крайне полезная штука. Тогда прости, но этот проект бросать я пока не готова. Славного денька.
зачем вообще грязевым крабам сдался мой кошель? Думаю, хватит одного гироскопа. Спасибо. Так, и куда из ран хочешь, чтобы я пошла? А, я смотрю, он все обустраивает свое тайное укрытие. Было бы любопытно взглянуть, что получилось. Я скоро здесь закончу и выдвинусь в том направлении. Там и увидимся. Угу. Изран, вот мы все здесь. Чего ты хочешь? Стой на месте. Что ты делаешь? Нужно убедиться, что вы не вампиры. Осторожность никому не вредит. Итак, добро пожаловать в форт Стражи Рассвета. Уверен, вы слышали, с чем мы тут имеем дело. Могущественные вампиры, с какими раньше не сталкивались. И у них есть древний свиток. Если мы их не остановим, никто не справится. Ладно, это все понятно. Мы вообще имеем представление, чем они занимаются, и что нам делать дальше? Для этого будет время. А пока надо освоиться здесь. Сарин, найди помещение, чтобы продолжить работу над этим своим новым арбалетом. Гунмар, здесь достаточно места, чтобы собрать там несколько троллей, надеть на них броню и подготовить их к делу. А мы тем временем попытаемся выяснить, зачем сюда явился вампир и почему ищет тебя. Пойдем-ка и поболтаем с ним, а? Правда? Давай, выслушай. Вряд ли тебе приходило в голову, что ты меня снова увидишь. Ой, я бы с таким удовольствием не приходила. Но мне очень нужно с тобой поговорить. Это важно, так что, пожалуйста, выслушай меня, пока твой друг тут совсем не потерял терпение. Это... Ну, в общем, это насчет меня. И древнего свитка, который был погребен со мной. Причина, по которой он попал ко мне, и по которой я оказалась там, внизу, опять все сводится к моему отцу. Я думаю, ты уже догадываешься, что мой отец не слишком хороший человек, даже по вампирским стандартам.
Но он не всегда был таким. Это было превращение. Он наткнулся на это туманное пророчество и совершенно потерял голову. Туманное и запутанное, как и все пророчества. Его зацепила та часть, где говорилось, что вампиры смогут больше не бояться солнца. Вот что ему нужно. Он хочет управлять солнцем, чтобы вампиры захватили мир. Ну вот, а нам с мамой как-то не улыбалось воевать со всем Тамриэлем, так что мы попытались его остановить. Вот почему меня и заперли там вместе со свитком. Ну извини, я-то думала, тут собрались охотники на вампиров. Мне показалось, что тайный заговор вампиров с целью захватить мир должен их заинтересовать. Я ошиблась? Тогда пошли. Я буду само красноречие. Ладно, мы слышали все, что она хотела сказать. А теперь ты скажи мне, есть хоть какая-нибудь причина, по которой я не могу убить кровопийцу? Усмирить мою ненависть? Да ни за что. Только она меня и поддерживает. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Пускай пока остается. Но если она кого-нибудь хоть пальцем тронет, отвечать будешь ты. Ясно? Слышишь меня? Не вздумай чувствовать себя гостем. Ты не гость. Ты материал. Ты инструмент. Но смотри, не заставляй меня пожалеть о терпимости и великодушии. Потому что, если ты это сделаешь, расплачиваться придется твоему другу. Спасибо за теплый прием. Я припомню это в следующий раз, когда проголодаюсь. Ну так вот, на случай, если ты не видишь эту здоровенную штуковину у меня на спине, я принесла древний свиток. Что бы там ни было написано, это как-то должно помочь нам остановить моего отца. Но, конечно, никто из нас его прочесть не сможет. Ну, я слышала, что только жрецы мотылька это могут. Правда, им нужны годы на подготовку, прежде чем начать читать. В любом случае, нам от этого ни холодно, ни жарко. Потому что они за полконтинента от нас. Все родили. Какой-то имперский ученый прибыл в Скайрим несколько дней назад. Я следил за дорогой, когда он проходил. Может, это и был твой жрец мотылька? Ты знаешь, где он сейчас? Нет, я не собираюсь тратить людей на поиски. У нас война с твоими сородичами, и я хочу ее выиграть. Если хочешь его найти, поговори с теми, кто имеет дело с путешественниками, с трактирщиками и возчиками в больших городах. Но рассчитывай только на себя. Есть идеи, где искать этого жреца-мотылька? А то Скайрим не маленькая страна. Но пока я не... Ты понимаешь. Первое, что мне приходит в голову, когда речь заходит про магию и историю, это коллегия в Винтерхолде. Волшебники кучу таких вещей знают, про которые обычные люди ни сном, ни духом. Я бы пошла с тобой, но не знаю, можно ли доверять твоим друзьям. Дай мне знать, если захочешь, чтобы я тоже пошла. Я все еще здесь. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома. Меня поразило, что тебе удалось так быстро найти жреца-мотылька. Чтению? Да. Дай старику знать, когда можно начинать. Поездка в Скайрим обернулась настоящим приключением. О, мой драгоценный спаситель, как я рад снова тебя видеть. Ну, это не совсем то гостеприимство, к которому я привык, но этот твой Изран снабдил меня всем необходимым. И должен отметить, это замечательная крепость.
У меня есть коллеги, которые бы с удовольствием занялись изучением этого форта. О, разумеется. Посмотрим, какие тайны он нам откроет. А теперь прошу всех соблюдать тишину. Мне нужно сосредоточиться. Чтобы прочесть пророчество целиком, нам понадобится два других свитка. Мне нужно отдохнуть. Чтение меня утомило. Давай, старик. Тебе нужен отдых. Мы можем поговорить пару минут? Это жрец мотылька Диксио. Он сказал, что нам нужны оставшиеся два древних свитка. Думаю, я знаю, с чего начать поиски. Половина народа в твоей маленькой команде скорее убьет меня, чем станет разговаривать. Не лучшая обстановка для откровенных разговоров. Мой отец встретил меня теплее, а это уже о многом говорит. Это не вопрос доверия. Он одержим этим пророчеством. И, насколько я могу судить, за 1000 лет одержимости лучше ему не стало. Надо было нам занять его чем-нибудь, найти ему увлечение. Не думаю даже, что он видит во мне дочь. Так, скорее, инструмент. Нужно найти Валерику, мою мать. Она определенно должна знать, где он. Если нам повезет, он у нее. Во время нашей последней встречи она сказала, что спрячется в безопасном месте. Там, где отец не будет ее искать. И больше она ничего не добавила. Но она так сказала это там, где он не будет искать, словно хотела привлечь мое внимание к этим словам. Может быть. Я не могу только понять, почему она это так сказала. Помимо всего прочего, я не могу представить, где мой отец не стал бы ее искать. У него было столько времени. Есть идеи? Погоди-ка. В этом есть смысл. В замке все ингредиенты для наших зелий были... Безусловно. Хотя, я не думаю, что... Точно. Но на северный стороне туда выходит старый тайный ход из замка. Это на той стороне замка. Вперед! Невероятно. Просто невероятно. Я готова. Дело за тобой. С тобой все в порядке? Мне показалось, тебе было больно. Если задуматься, мне стоило этого ожидать. Прости. Это трудно описать. Каирн душ, как бы это сказать. Голоден. Он пытается забрать твою жизненную силу в уплату. Может и есть, но тебе он не понравится, думаю. Вампиры формально не являются живыми существами. Наверное, я смогла бы без проблем пройти туда. Полагаю, не самый приятный для тебя вариант. Не исключено. Мы могли бы заплатить пошлину другим путем. Он хочет душу, и мы дадим ему ее. Твою. Моя мать меня научила паре фокусов. Я могла бы захватить часть твоей души и преподнести этот камень идеальным повелителям. Возможно, им этого будет достаточно. Это отнимет часть твоих сил, пока мы будем путешествовать по Каирну душ. Но там, внутри, мы найдем способ это исправить. Может быть. Прости. Хотела бы я знать другие способы посимпатичнее для тебя, но... Знай только, какой путь ты не выберешь, я не стану тебя судить. Иногда просто нужно делать дело. Я это знаю, как никто другой.
Ну, на что ты решишься? Точно? Я помогу тебе в этом, но сначала обдумай все хорошенько. Да, ты останешься в клане смертных, но в Каирне душ у тебя будет меньше сил. Я понимаю. Не торопись. Точно? Я помогу тебе в этом, но сначала продумай все хорошенько. Я не знаю, что на это скажет Стража Рассвета. Ты станешь одним из тех, кого они поклялись уничтожать. Обращение — это очень личное для вампиров. Практически интимное. Я не хочу, чтобы тебе казалось, что я тебя к чему-то принуждаю. Тогда не будем терять времени зря. Я постараюсь сделать это безболезненно. Постой спокойно. Пойдем. Моя мама наверняка ждет нас с другой стороны. Надеюсь, твои странствия увенчались успехом? Мне очень жаль, друг мой, но я ничем больше не могу помочь. Это моя вина. Я так спешил прочесть первый свиток, что пренебрег правилами. Я думал, что мне это ослеп. Нет. Все. Нет, есть и другой. Я не могу гарантировать. По всему Тамрие, если провести на поляне ритуал, нужно, когда мотыльков соберется достать. Потрадить всех жрецов мотыль, как я понял из видения. Древний свиток, который предрекает вызов богам кровью смертных, ключевой для пророчества. Даже не верится. Ты теперь тоже из этих? Поговори с Израном. Может, он подскажет, что делать? Пожалуйста, я тебя убивать. Как ты смеешь появляться здесь после того, как мерзкая нежить заразила тебя? По-хорошему, я должен порубить тебя на части. Я дам тебе шанс исправиться. Иди в Морфол, там найди Фолиона. Он тебе поможет. Иначе ты для меня что мертвец. Надеюсь, мы скоро доберемся до поляны предков. Что теперь? Да. Во всем Скайриме не видела такого, поверь мне. Ни сейчас, ни раньше. Возможно, такие рощи есть по всему Тамриэлю. Просто люди не знают, куда смотреть. Не могу сказать, что это меня удивляет. Я, в общем, догадывалась, что рано или поздно до этого дойдет. Только не знала, когда. Что теперь? Похоже, ты им нравишься. Вернее, кора, которая у тебя есть.
Думаю, нам давно надо было догадаться. Жрец мотылька и мотыльки. Конечно, видна связь. Не помешает собрать еще, полагаю. Ну, либо глаза меня подводят, либо вокруг тебя теперь какой-то магический эффект. Похоже, мы на верном пути. Иначе мне и сказать нечего. Вокруг тебя ореол. Нечто очень похожее на тот столб света, что падает на камень. Надо бы туда заглянуть. Зайдем в дом. Или в пещеру. Хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Что теперь? Эти люди были... Кому вообще могло прийти в голову разбить тут лагерь?
начеку. Идите, вам нечего здесь бояться. Что это? Я чувствую какую-то силу.